Всем привет, меня зовут Настя, и вы на канале о вязании. Сегодня у нас речь пойдет о пряже, это моя покупка. Я вам расскажу о всех вот этих моточках, у меня каких-то здесь по одному, каких-то по многу, очень много. Но, в общем, давайте все по порядку. И сейчас я вам расскажу, что, зачем, у кого и для чего, в общем, я купила и как это все будет выглядеть в дальнейшем. В общем, давайте я сначала все это уберу и будем уже рассматривать каждый вид пряжи отдельно. Итак, первое, наверное, что вам бросилось в глаза, блестящие такие мотки, это Газал Рок-н-Ролл. В общем, купила я их вдобавок к уже имеющимся у меня таким же моткам. В общем, и предыдущие, и эти я покупала в магазине в Инстаграм у Лены в Курске. Называется ее профиль Malena Lovely Knitting, кажется так. Я оставлю ссылку на ее Инстаграм под видео. И у нее, в общем, я уже много раз у нее заказывала, у нее хорошие цены. И мне, поскольку это недалеко от меня, то мне выгодно получается по доставке. Почтой я делаю доставку, заказываю. Вот. И все, у меня пока никаких проблем не было с этим. В общем, у нее такие цены, что доставка окупается при определенном, конечно, количестве пряжи. В общем, вот. В прошлый раз я заказывала два мотка Газал Рок-н-Ролла. И в этот раз я решила заказать еще два вот таких цветов. Но, в общем-то, золотой. Давайте я прочитаю вам этикетку. Мне тут делали замечание, что не стоит в обзорах, вообще, когда показываешь пряжу, не стоит читать этикетку, потому что все и так умеют читать этикетки. Но вообще, я думаю, что стоит, потому что не у всех есть доступ к пряже. Либо же не ко всей пряже. У нас, например, не встречал я Газал Рок-н-Ролл просто в свободном доступе. В общем, ладно, значит, Газал Рок-н-Ролл. Состав здесь 21% акрил, 70% полиамид и 9% мериносовая шерсть. Сделано в Турции. И на 50 грамм здесь 115 метров. Спицы рекомендуют 3-4. Я уже взяла образцы, и на тройке я вязала резинку 2 на 2. Вот она у меня уже после стирки. И на четверке я вязала лицевую гладь. Тоже она у меня уже после стирки. Вот так смотрится изнанка. На канале будет видео именно обзор этой пряжи, поэтому я сейчас не буду подробно останавливаться. В общем, вот этот золотой цвет 13900. Это будет шапка резинкой. В общем, одного мотка мне бы не хватило на шапку резинкой. И поэтому вот из этих двух мотков будет у меня шапочка. Поэтому я дозаказывала вот этот моток. И, значит, еще одна шапочка будет у меня из вот этих мотков. Ну, тут состав, все характеристики, понятное дело, такие же. Вот этот светло-серебряный цвет 13252 и темный такой вот с черным пухом. Шнурок, наверное, одинаковый, серебристый, но здесь черный пух, а здесь серый. В общем, этот 13255, а этот 13285. И вот это тоже будет шапочкой. На эту шапочку я, наверное, планирую, в общем, снять мастер-класс. Вот, весенние такие будут у меня шапочки. И вот с этой целью я заказала у Лены два моточка Газала. Так, ну и давайте к следующему виду пряжи уже приступим. Голубые вот такие мотки, пушистые и мягкие. Это Фиджи. Пряжа из Троицка, наша российская пряжа, мотки здесь по 50 грамм, но они довольно объемные. Вот если сравнивать с мотком Газал Рок-н-Ролла, и здесь 50 грамм, и здесь 50 грамм. Соответственно, причем это предлагают вязать спицами
3-4, а это предлагают вязать. Тут, кстати, какие-то добрые люди наклеили вот штрих-код, но я одну этикетку разодрала, и здесь в рекомендациях написано, я так понимаю, что 3 миллиметра это как раз касается спиц, 4 это какая-то другая система размеров. Вот, но сейчас я покажу, какой образец я связала. Значит, ну, по этикетке, что здесь на 50 грамм 95 метров, 20% шерсть мериноса, 60 хлопок, 20 акрил. То есть эта пряжа всего лишь на 20% искусственная. Вот. Ну и спицы номер 3, конечно же, сюда никоим образом не подходят. Посмотрите, какая толщина. Посмотрите, какой пух. Значит, ну вот этот пух, это, видимо, шерсть с синтетикой, а шнурочек сам это хлопок. Хлопковые ниточки. Сейчас посмотрим, распускается он, нет. Ну вот, да, видите, как распускается до тех пор, пока не запутается. Потянуло меня что-то на шнурочке, что газал, что вот это. В общем, я лично уже связала образец. Вот такой образец. И лично я, наверное, буду еще вязать образец. Потому что, вот посмотрите на просвет. Это 4, это 5. Так что я думаю, что, наверное, на шестерке стоит еще связать, попробовать. Очень мне, конечно же, нравится. Это до стирки. Я прям вот только что за 5 минут связала этот образец. Вот какой пух здесь. Я думаю, видно, да? Темное подложить. Довольно интересно смотрится вот эта вот структура шнурочка. Ну, интересно. Я даже думаю, может быть, какой-то сделать такой узор в виде вот таких изнаночных рядов. Или вот как делают с такими протяжками. Тоже очень интересно смотрится. В общем, таких у меня 15 мотков. 15. И на спицах номер 6 это можно платье связать. Хотя, может быть, это будет и платье. Я собиралась связать кардиган, но почему бы не связать платье? Вот. Пряжа Фиджи. Цвет обалденный. Это цвет меланж светло-голубой 85-22. А, нет, 85 это артикул. Вот, в общем, какая тут информация. Видимо, цвет просто светло-голубой меланж. Но, по-моему, он 22-й. По-моему, это цвет. 85-22 в палитре был голубой. Я точно помню, что 22 было. В общем, вот, Финджи. Когда первый раз я достала вот из пакета, мне показалось, что она какая-то плотная, как сваленная, но нет. Довольно, ну, здесь просто много пряжи. Чувствуется хлопок, потому что он все-таки не такой пушистый. Плюс еще он набит вот этим вот ворсом, пухом. Поэтому мотки довольно-таки плотные и большие, объемные. Ну, я сравнивала уже, да, с газалом. В общем, это будет что-то интересное и быстрое. Так, со шнурками мы разобрались. И вот обычная пряжа, без всяких шнурков, но зато с эффектом твида. Значит, что это? Этрофил. Так, я понимаю, это читается, новая марка ее, в общем-то, я не знаю, насколько она новая, но я недавно о ней узнала, и недавно она появилась у Лены в ассортименте. И я вот решила ее заказать. 100% органик. Органик Мерина. Состав здесь, значит, 75% мериносовая шерсть, органик Мерина, и 25% полиамид. В 50-граммовом мотке 150 грамм. Моток очень плотно смотан. То есть тут не рыхлый такой, а ну, такой увесистый. И здесь вот такие вкрапления. Вообще я взяла это на снуд и шапку, такую весеннюю, осеннюю,
под осеннюю куртку хочу связать ребенку шапку и снуд. Но вот сейчас я думаю, надо посмотреть, как это будет в полотне, потому что так это смотрится довольно девчачьим образом. Может быть, конечно, в полотне вот эти розовые крапинки, может быть, они не так будут заметны. Не знаю. Но вообще горчица, это же как бы, ну, нейтральный такой цвет. В общем, Rainbow, да, я не сказала, называется это Rainbow. Спицы рекомендуют 4. Плотность 10 на 10 сантиметров получается в 27 петлях и 35 рядах. Так, просклоняла я. Не знаю. Крючок номер 3. Ручная стирка. Гладь на единички. И здесь вот всякие значки, типа, ну, экологической чистоты, экологичности этого всего дела. Цвет вот этот, кстати, цвета очень там красивые. Я очень-очень долго сомневалась, был вот этот вот горчица, а потом был какой-то женский, розовый, что ли, сиреневый, не помню, и ярко-голубой, и петрольный, такой цвет морской волны, типа как. И я сомневалась, вот этот или голубой, или петрольный, и вот, в общем, выбрала горчицу. Значит, что тут сделано в Турции? Цвет вот этот RN 162. RN, это, я так понимаю, Rainbow. Тут больше, наверное, ничего интересного не написано. Сейчас посмотрим, как кончик с серединки. Вот, достала. Ну, в общем, буду вязать из серединки, как всегда. Вот такая пряжа у меня теперь тоже есть. Вот. Этрофил. Посмотрим, что за пряжа такая. Так, и вот что. Vento d'Italia Ancora Rabbit. 70% пух ангорского кролика, 30% нейлон. Если вы меня видите не первый раз, цвет этот черный 30-й, белый цвет 01. Значит, спицы здесь рекомендуют 3-5, крючок 3-4, ручная стирка, холодная вода, в 50 граммах 350 метров. Сделано это, по-моему, в Италии. Или просто по итальянской технологии. Шанхай. Слушайте, по-моему, я уже читала, что это Шанхай, и уже удивлялась. Ну, в общем, не знаю. Вот такая пряжа. И я начала говорить, если вы не первый раз меня видите, не первый раз у меня на канале, то вы должны были видеть уже мою шапку из ангоры вот такого плана. Вот такого пуха. Значит, это образец, все, что у меня осталось от образца. Я давайте, наверное, шапку принесу. Она у меня недалеко. Ну что, вот эта шапка. Значит, я ее носила 2 недели каждый день, так что она мне уже надоела. Но с ней получилась, она, в общем, классная. С ней получилась такая история. Как только я ее связала, сфотографировалась, выложила в интернет. Вот, посмотрите, какой пух. Она двойная, лицевая гладь просто. И мне сразу же поступил заказ на такую же точно шапку, только черную. Ну, там с нюансами. Она у меня, знаете, с напуском, с таким каким-то подвисанием вот на голове. А заказ мне поступил. Хочу показать вам пух. В ней тепло, реально. Даже в такой приличный мороз. Хотя она довольно рыхло связана, спицу номер 3. Но это прям нормально так. В общем, такую же точно буду вязать я шапку черную. Без напуска, просто по голове.
И уже нужно мне торопиться, уже скоро нужно ее отдать. В общем, сейчас я прям закончу это видео и сразу сяду вязать. У меня уже спицы даже приготовлены. В общем, вот. Вот как бывает. Просто выкладываешь фотографию, сразу же тебе поступает заказ, ты сразу же заказываешь пряжу и вот приступаешь к работе. Через 2 недели. В общем, да, уже не терпится мне приступить. Вот еще раз покажу вам этикетку. В мотке она может быть не очень такая пушистая, но после стирки, и даже не то, что после стирки, а после носки, она так распушается, все вот это вот раскрывается, и вынимаются все эти волосы, и не колется. Хотя у меня чувствительный лоб, но не колется. Не знаю, конечно, может быть, на шее мне будет колоться, но посещают меня мысли связать что-то плечевое из ангоры. Но это уже, наверное, потом, возможно, потому что пряжи у меня уже достаточно много накопилось, и, в общем-то, все, что из нее запланировано, все это я хочу связать. Ну и плавно переходим к следующему лоту. Следующая и последняя позиция. Это та же фирма Vento d'Italia, и это Yak Soft. 30% экстра тонкий пух яка, 44% мериносовая шерсть, 22% нейлон, 4% спандекс. И да, спандекс, он прям вот, ну то есть, из-за этого я сначала взяла такие плотные мотки, думаю, боже, как это, почему они такие плотные, но они, видимо, вот немножко в натяг накручены, не знаю. В общем, здесь очень тоненькая нить, здесь в 50 граммах целых 700 метров. И мне на плечевое изделие я хочу вязать кардиган вместе с хлопком Alize Bella белым. Я хочу добавить вот такую тоненькую ниточку черную с голубым пухом синим. Мне кажется, это будет прикольно. Ну, конечно, надо образцы повязать. В общем, значит, здесь цвет вот этот номер 27. Спицы 2,5-4. Крючок 2-3. Холодная вода, ручная стирка. В общем, все это то же самое. И прям такие интересные мотки. Они прям как сваленные шары. Вот серьезно, как знаете, вот в детстве, я помню, были такие снежки, скатанные в школе из ваты, там из чего-то такие снежки для конкурсов на новогодние утренники. Вот серьезно, такие ассоциации. Сейчас я попробую найти кончик нитки. Вот он. Он здесь любезно выделен. Вот так. Ну, тут, не знаю, в общем-то, ничего особенного. Такая вот пружинистая ниточка. И на ней вот этот вот пух. Тут его прям много. Так, сейчас мы его поймаем. Не хочет почему-то на нем фокусироваться, очень тоненько. Ну, интересная вещь, конечно же. Интересно, посмотрим, что получится из этого. Это будет кардиган, почти наверняка. Вот, такие покупки. Достаточно много интересной пряжи и новая пряжа. Вот, посмотрите, какая красота. Конечно, это из предыдущей закупки, но у той же самой Елены. Так что, я думаю, можно это в одно видео совместить. Вот. Значит, вот такие замечательные цвета у меня появились. И много-много работы, много идей. Буду ко всему этому приступать с радостью. Сначала, конечно, шапка вот эта черная. Вот, и потом все остальное. На вот эту вот шапку буду снимать мастер-класс. Там уже все буду рассказывать подробнее. Вот, ну и спасибо большое всем, кто досмотрел до конца. Спасибо за то, что подписываетесь, ставите лайки, кому не трудно. И на этом все. Всем пока, счастливо, увидимся в следующих роликах.